Девчонки, всем привет! Сегодня я записываю такое очень спонтанное видео, и на самом деле цель этого видео — рассказать вам побольше о тех изменениях, которые происходят в моей жизни, скажем так, потому что мне кажется, что многим из вас будет интересно об этом узнать. Многие из вас знают, что у меня есть интернет-магазин в Турции, и с недавних пор я стала осуществлять доставку по всему миру, в том числе в Россию, и сейчас, пока я нахожусь в России, я очень активно развиваю свой магазин в России. Очень многие давно меня спрашивали, где же можно купить корейскую косметику, которую вы показываете в своих видео. И с сегодняшнего дня это все можно купить в моем онлайн-магазине. По-прежнему страничка Instagram, которая была до этого момента, она сейчас будет отвечать за два направления, скажем, турецкое и мировое. То есть там будут цены дублироваться как в рублях, так и в турецкой валюте. Вот, поэтому, если вы интересуетесь какими-то средствами, которые я показываю, если у вас есть давно какие-то хотелки, которые вы, ну, не можете себе, не знаю, не можете позволить себе купить их просто потому, что у вас их нет в вашем городе, то я всегда смогу вам помочь найти то, что вам нужно. И, конечно же, те бестселлеры и те продукты, которые, на мой взгляд, являются лучшими, обязательно вы найдете в моем онлайн-магазине, который сейчас будет активно развиваться и в России в том числе. Я очень надеюсь на вашу поддержку, потому что вас у меня стало уже очень много. Большое вам за это спасибо, за ваш интерес, за то, что вы смотрите видео, за то, что вы интересуетесь моим делом. И это действительно дает очень большой такой толчок, мотивирует к тому, чтобы развиваться. В развитии, конечно же, я не останавливаюсь, я пробую по-прежнему очень много новых продуктов, поэтому ассортимент всегда будет пополняться. Как же будет осуществляться заказ? Вы всегда сможете получить, во-первых, подробную консультацию по WhatsApp или через SMS-сообщение, как вам будет удобно. Вы сможете получить консультацию, если она вам нужна. То есть я очень, на самом деле, скрупулезно отношусь к тем продуктам, которые я советую и подбираю. Я никогда не советую средство выдернуто из ухода. То есть, например, если девушка пишет: «Мария, подберите мне крем, мне 25 лет, у меня сухая кожа, хочу крем». Такого не бывает, потому что кремов огромное количество, но нужно понимать, первое, в каких условиях живет девушка, какие продукты она уже использует на свое лицо, какой у нее все-таки более подробно тип кожи, потому что сухая она может быть со своими особенностями, да. Потом очень важно правильно ввести продукт в уже существующий уход. И вот эти все детали я, конечно же, очень подробно буду рассказывать в консультациях онлайн, которые обязательно будут доступны для всех, уже доступны. Поэтому, если она вам нужна, вы всегда можете найти меня в WhatsApp. Я оставлю все координаты в инфобоксе внизу. Поэтому, если вам нужна будет подобного рода, назовем это помощью, вы обязательно мне пишите и дайте знать о своих вопросах. На самом деле, очень много девушек уже получили эту консультацию, и, слава богу, средства подобраны правильно. Конечно же, это не панацея, то есть всегда нужно знать о том, что, покупая косметику, вы не покупаете холодильник, и вы не получаете гарантию, да, на год, что средства вам подойдут. Я думаю, что всегда это нужно иметь у себя в голове, как такое, знаете, заметку. Вот, сначала подбирается продукт для вас. Если у вас уже есть какие-то средства, которые вы хотите, то я просто ориентирую вас по стоимости. Если она всех устраивает, то я осуществляю доставку. Сейчас мы делали очень большой такой сборный заказ для девочек из России, из разных городов. Сама я нахожусь в территориальном Нижнем Новгороде, и в Нижнем Новгороде возможен будет самовывоз или, возможно, доставка в последующем времени, поэтому пока самовывоз в Нижнем Новгороде. Ну и, соответственно, Почта России, либо Боксбери, как вам будет удобнее, осуществляется доставка в любой город. Также я могу осуществлять доставку в ваш город напрямую, если у вас достаточно большой заказ, то есть если это имеет место быть, если оно того стоит, скажем так. Все очень индивидуально, все особенности будут тоже обговариваться индивидуально. Со своей стороны, я обещаю очень демократичные цены, большое количество различных сюрпризов, подарков, поэтому я очень надеюсь, что моя такая вот очередная затея вам понравится и окажется полезной. Обязательно дайте мне знать, что вы об этом думаете, возможно, у вас есть какие-то идеи,
идеи по тем средствам, которые вы хотели бы видеть у меня в магазине. Буду на этом заканчивать свой такой коротенький ролик. Цель его была лишь в том, чтобы рассказать вам вот об этой новости, потому что я очень долго к этому готовилась, хотелось поделиться этой радостью с вами. Спасибо большое за ваши просмотры, увидимся в новой части, до скорых встреч, пока-пока!